Прямо в эти минуты в Нижнем Новгороде в самом разгаре первый матч очередного игрового дня чемпионата мира по футболу. Сборная Швеции встречается с командой Южной Кореи. Стадион Нижний Новгород заполнен до отказа. На футбол отправилась и наша коллега с телеканала «Первый Ярославский» Елена Микулина. Она продолжит. Очень много шведских болельщиков, они сидят в ярких, в желтых майках.